Жуткое зрелище. Цирк уехал, а вот некоторые участники труппы по непонятным причинам остались забытыми и в буквальном смысле превратились в трупы. Автомобиль с мертвыми экзотическими животными был случайно обнаружен в Муроме на стоянке по улице Артема. Страшную находку одну из первых увидела Анастасия Белова. Там ящики, их тоже надо скрывать. Если бы не запах, оставленная на стоянке газель с ярким цирковым баннером могла простоять еще долго. Встревоженная охрана забила тревогу. Обнаруженный в машине груз невольных свидетелей поверг в шок. В деревянных ящиках оказались тела крокодила и питона. 5 декабря поставили, до сих пор стоит. Небольшой запах был, поэтому и вызвали милицию. Мы не имеем права машину, мы только вот визуально посмотрим. А что в машине находится, нам у нас по инструкции не положено. Неординарная находка поставила полицейских в тупик. За помощью правоохранителей обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу. Те, в свою очередь, сообщили о трупах в Муромский отдел по контролю за благоустройством и экологией. Будем принимать меры, чтобы этих животных, наверное, захоронить, потому что я так думаю, что в таком положении, как они сейчас, уже разлагающиеся, оставлять их нельзя здесь. О том, кому могли принадлежать мертвые экзоты, можно судить по плакату. Цирк уехал, а трупы остались. Если верить баннеру на брошенной газели, то погибшие питон и крокодил были артистами цирка. Как выяснилось, большой московский цирк «Шапито Золотой Буф» в Муроме никогда не был, но, по всей видимости, гастролировал в недалеком Нижнем Новгороде. Возможно, газель цирка оказалась здесь проездом, но почему для крокодила и питона тур завершился голодной смертью на автостоянке, остается загадкой. Связаться с хозяином по указанному на баннере номеру не получилось. Временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. По номеру брошенной машины удалось выяснить, что она зарегистрирована на некоего Сергея Шукурова из Сормовского района Нижегородской области. Какие действия в связи с необычной находкой предпримут правоохранительные органы, неизвестно. Официальных комментариев от полиции пока получить не удалось. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новости Муром.